Сейчас стрелка. Есть. Одноручная еще повышена. У меня уж вся рука в крови. Не знаю, насколько сейчас я долго буду записывать. Наверное, минут на 30 еще позаписываю и все. Блин, как я не попал-то так? Ну, не зря они на самом деле убегали от меня. Потому что совсем мы неплохо справляемся. Хоть у них тут и конница, но наша конница лучше ихней. Есть. Ну же. Ес. Ес ОБХС. Не попал. Ну давай, руби. Бородача этого. Есть, убит. И кто же у нас остался еще? А, вон. А, там же еще пешие были. Пешие, видать, только что доходят. Так, убегаю отсюда. Вот этот с длинной палкой совсем неплохо дерется, кстати. Ну, где, кто еще, блин? Вы гоните уже, сколько можно-то? Все? Нет? Все уже, кажись. Да, тап. У нас один убитый, у них 30 убито. Неплохо. Копейщик, копейщик, норт. Отпустить. Отпустить. Возьмем конных пленных. Чахлый. Так, скинем шапки. Скинем вот это вот по такое легонькое. Безденежный товар. Опа. 30. Ничего себе, что-то она такая дорогущая прям. 1,3 вес. 1,3, а у нас... Она просто побольше весит, поэтому поменьше, точнее. Вот это поменьше, это побольше. Сырец какой-то еще. Шелк-сырец. Полотно. Ну, уже все остальное такое, более. Боевой клевец. 7-7. Арбалет даже есть. Зерно возьмем. На это уже, видимо, места не хватает. Ну и да, пофиг. Назад. 386 динаров, получаем 394 опыта и 2010 опыта в общем. Неплохо. Так, ближайший большой город. Нам нужен большой город. Ну, давайте туда пойдем. Точнее, сюда. Да. Неплохо нажились. Торговец оружием. Угу. Без щита. Итак. Полотно. Сырец, шелк-сырец. Давайте
Нажмем назад. Уже 700, у нас 71 динар есть. Я хочу попробовать на кого-нибудь из отряда одеть. Борча горить. На ваше снаряжение. Дадим ему... Так, верховой конь, 45 скорости. Ну, у нас такой же конь, такого же коня ему дадим. То он не возьмет. Так, шмотка. 24 к защите, 18. 21. 18. Слабенькая у нас, нормального шмота, более-менее нету, видимо. 30 вот это дадим. Так, щит у него есть. 7. 9. А вот этот... Сопротивление вообще 10. Пускай вот этот таскает с собой. Так. Нож. 28. Здесь у нас 25 и 23. Так. Вроде бы все. Особо ничего мне нету. Ну, зато каску дал. И на лошадке будет теперь ездить. А, это же перчатки. Точно, забыл перчатки. Так, неважно. И давайте возьмем. Вот это вот, наверное. Да, вот это вот. Горить. У нас отличное отношение, можно сказать. Так, взглянем на снаряжение. И дадим, что у тебя есть. Сопротивление вообще ноль. Ноль — это нехорошо. Нужно больше сопротивления. Так, хоть 30 и 25. Нет. Давайте оставим, который есть. И что же еще можно дать им? Ей. Можно было вот такую штукенцию бы дать, так она не берет. И что? Да, лошадь. Тут у него 18, вот 20 в голове. А это у нее 16, 18, 21, 4. Вот это вот пускай одевает. И да, конь. И вот так вот. Все, у нее уровней, по-моему, нету. Всадник и пехотинец. Конечно же, всадник. Пехотинец. Копейщик. Стрелок. Арбалет. Всадник. Кстати, я всех сразу же прокачиваю, то есть нажимая... При помощи Катарелла одновременно все прокачиваются. Стрелки пускай будут. Не очень понимаю, почему как бы так вот все происходит. Раскидывается армия. Они сразу все нападают. Одна за всех и все за одного. И вот так. Почему-то так вот рандомом, знаете ли. Хотят выйдут, хотят не выйдут. Так, курочку оставим. Надеюсь, она еще не протухла. А то предыдущая моя еда, она даже успела протухнуть. Каким-то фигом. Так. Оливковое масло продадим. Это продадим. Специи продадим. Шерсть продадим. Ну, это еще дает нам что-то. И выйдем. Так. Плюсом у нас. Фейл. Вот это фейл. Так. Ну, давайте посмотрим. 37 рубящий. 27, 31. Можно было меч бы взять за 560.
А, он двуручный. Двуручный нет, это не есть гуд. Щит у нас 21 сопротивление, 17, 21. Ну, давайте заберем, наверное, вот это вот, вот это. Что у нас тут еще подороже-то есть? Получается, вся вот эта вот провиант этот весь мы забираем назад. Ну, давайте зайдем торговца оружия. А, этот был торговец оружия, доспехи. Давайте зайдем торговец доспехов. Давай, сколько есть, короче. Так, назад. Зайдем, посетим таверну. Было бы хорошо, если бы это был работорговец, но, к сожалению, нет. Еще один наемный рыцарь. Выйти. Направиться в замок. Да, вот он. Тот чувак, который мне давал квест. Снова встретились. Касается задания. Боюсь, я не смогу. Да, я не смогу. Задание провалено. Спасти или выкупить племянника. Пленника, племянника. Так. Все. Можно уходить. Уйти. Давайте вот сюда вот. Нара. Нара. Пойдем вот в этот замок. Что это? Отряд какой-то на меня идет. Караван наш. Ну, точнее, не наш, а Вегер. Королевство Вегер. Посетить замок. Ой-ой-ой. Что это у нас? Такой замок, что ли? Ничего себе. Леди. И вон тот, наверное. И есть. Так, меня зовут Зорг. Я спустил вас, как муравья. Так, ничего, лезть вон, взрослые игры, мальчик. Мне хотелось поговорить кое о чем с вами наедине. У вас есть? Есть одно дело, в котором вы могли бы помочь. Суть в том, что один негодяй, известный под именем, убил моего человека и с тех пор скрывается от правосудия. Так, 300 динаров он дает. Друзья убитого полагают, что убийца может прятаться у своих... Так, ну, короче, понятно. Так, доброй охоты. Нам нужно убить чувака. Наши отношения увеличиваются с 3, минус 3, до минус 2. Видимо, совсем у нас плохое отношение с людьми, к которым я хотел присоединиться. Так, посмотрим задание. Так. По имени Путар Каланча. Его видели. Булабан. Дней на выполнение 30. Булабан. Булабан. Показать на карте. Так, и Булабан у нас находится вот здесь. Так. Так, нам кто нужен еще разок? Нам нужен Путар Каланча. Путар Каланча. Тебе не жить. Дезертиры, отряд боярина. А, бегут они. Так, а есть ли смысл зайти сюда, интересно? Буланбан этот. Булабан. Набрать добровольцев. Купить крестьян припасы. Ну, где же ты, чувак? Сколько можно тебя искать? Кто это у нас? Боярин. Вегер. Королевство Вегер. С еды, с еды.
Дофига следов натоптал кто-то. Ну же, где же ты, чувак?